половину. Это норма, короче. 33, откуда столько? Дофига, у меня всего 16. Я, короче, дофига дружелюбен, походу. Правда, многих я вообще не помню, кто такие. Катаны ты их тащил просто. Ничего себе, ты опасен, походу. Катаны в школе. И с кем играть? С ботами. С профессионалами играть будем. С чем? Не дай бог. Это опасно. Да хотя, сломаем. Такие челленджеры, как Нарашки, это... Бронзяшки. Наверное. Но я-то знаю, я с ними ворами попадаю сюда. Да, ну. Профаны играют. Нормальные пацаны, ты чё? Ну да. Подумаешь, там 2-10 играют. Челленджеры просто. О, у тебя забрали, короче, аликеры. Ну, блядь. Ещё, короче, сосо возьму, буду шатать. Короче, на эфире. Куда, на то? Да я хз. Ну, а куда ещё тут? Я больше нигде не умею. Бля, кем? Я не хочу Дариусом играть, он задолбал. Остальным я на фишу спрашиваю. Смерть похожа на ветер. Ну, бля. Всегда на моей стороне. Шатай все. Ты сейчас затащишь. А, ты свинья, нет, я брат. Пиздец. Ну, Катин. Да у меня бесит. Ух ты, у меня на него мастерки есть, как это получилось. Я тупо не знаю, за кого мне сыграть. Ну, у него ник не крутой вообще. Опасно с такими пацанами играть. Я боюсь его. Вы желаете, я исполняю. Не тащить. Так, я сейчас. Я угад взял уже, короче. На угад это норм. Сейчас буду, короче, кушками миссить пострашно. А, ну мы проиграли. Я маленько тебя бросил. Вот я понял. Ну что тут творится? У меня черный экран творится. Мы проиграли, тут Грагас, Ева, Вейн. Ева? Да. О, господи, все. Я же говорю, мы проиграли, а не Ева. Тебя Евы сейчас занепили. Что, не пойму, а Нивия и Грагас? На миде дуамид, короче. Ката будет соло тащить. Там Халк, да? Халк Грагас это вообще сразу. А, кстати, Вейн у них этот Дарион. Сваклор. Сваклор, да. Как? Дарион играет, короче. Сейчас закерит соло на войне. На топе не стоит. Против тебя. Это будет грустно. Да он лах, ты его хватай. Да у нас Катенька растащит. Соло. Пенты будет творить. Ну, на самом деле, Ката это может делать. Ну, не против Грагаса, который ульти убивает. Ну, я защищу, короче. Ну да. Принимай все на себя, короче. У нас дымится-то АП. Ты чё у меня? Кто у них последний? Вот у меня он тоже не грузится. У меня, кстати, ты не грузишься. Сирай. Ты не грузишься. Лол.
Заправили, короче. О, у них сосал последний. Да ну найти. А кто у них с войной будет стоять на боте? Не хочу я против сосо стоять. Сосо тебя ушатал. Сосо меня ушатает, а ты прячешь. Ты чё, у меня нихера не грузится? Я, короче, вылетел, походу. Ты у меня не загрузился до сих пор. Вот. А ты пошёл. Ты у меня пошёл. Чё-то я последний. А, нет. Нет, Жанна, ты последний. У меня Ката. У меня Ката грузится ещё. А, ну теперь Ката. Без Ката нам жопа. Причём без вариантов, так же давай пусть грузится. Жанна затащит. Ну нет, у нее ник странный. Так что... вот поэтому и затащит. Ее все испугают, Стас, на крак ты я слов. Да, не сразу убегать надо. Хотя если учесть, что он играет на Жанне. Тогда это логично. Блин, на Мунда второй раз играют. Катаны второй раз на Мунда. Сейчас 20-0 выиграл. Да это нереально. Им убивать вообще нереально. Да норм, Лесу убьёшь. Он лёгкий. Ничфига себе лёгкий, не знаю. Дарин на нём разносил ему, да? Да не, он вначале смешовый, можно ломать. Ну вообще-то Дарин вначале его и разносил. Как так? Это странно, но это Дарин тоже. Он керит. Дарин это мастер. Дарин царь, воронеж. Я не хочу лезть, там Эвелина, она бесит. Не видно ни хера. Скинг вардов теперь вообще очень почти вот. Ну ее хоть понерфили. Знаете, в борду. Ей, по-моему, ну я не знаю, какие у него вообще эти скиллы, я просто вообще не ебучу, он этот персонаж. Ну короче, шипы ей понерфили, ничего так. А, да, точно. Это надо. Это плохо. Очень плохо. Там пацаны играют на пинге 300, вот и нормально вообще. Пинг это фигня, вот на FPS играют. Ну да. Вообще четко, у меня, блин, 63. Что за дерьмо? Еще только начало игры. Ну, это ново. Уже 50. Круто. Бля, что-то я забылся. Ладно. Не туда пошел. Мунда даун немножко. Мунда но. Ну короче, ты должен закерить, иначе у нас шансов нет. Ну да, с лагами сейчас закерить. Хер с ними с лагами. Если у тебя атака 80, как это возможно? Ну я ж монах. Ты слишком упышный монах. Чё-то как у нас какая-то левая? Чё-то странно. Чё-то она как-то странно закупилась немножко. Или градусы, я думаю, градусы. Я против, реально против Вейна, это реально Дарья. Чё-то у меня очко жмётся подходить. Мне кажется, нам надо сдаться. Ну, go surrender, короче. Да бля, я не подойти. А-а-а, ну такие лаги ты не знал. Не знаю, по мне дамажит, я в ужасе. Чё? Я попасть не смогу пушкой, короче. Это грустно. Потому что я не могу даже фармить. Меня отдумывают. Что тупо. Бесит против АДК стоять на топе. Да отстой, да. Блять, я по крипу промазал. Чё за дерьмо? Это сила Дарья, она тоже. Ну куда ты делся? Нет, он здесь. Он танцует, пошел в жопу, это точно Дарья. Я не хочу против него играть. Да, прикинь, он стримит, короче, на Твиче. И мы такие там.
Ты нормальная тема вообще. Ты что здесь делаешь? Го, короче. О. Ого. Пипец, у меня лагает. Убивайся. Да. Мы выиграли, короче. Бля, что тут? Чё ты очково? Эй, иди на хер. Бля, чё-то реально дарим, походу. Как он так его надамажил? Шатает. Чё-то такой профессиональный контрганг получился у них. Слушай, я с двумя бафами, ёпта, я не заметил. Только теперь я боюсь. Лаганул. Жёстко лаганул. Там задница с лагами. Да я решил графику понизить чутка, а он лаганул. Ну я вижу, что там что-то стал. Что-то как-то не помогло. Совсем не помогло, ещё хуже стало. Ну как он так, откуда такой дамаг страшный? Я ж мунда, мать вашу. Меня херачит, как будто я, блядь, Сона. Чё за дерьмо? А, скрипов выпили на 5 минут, нормально, вообще как говно какое-то. Блядь, меня Вейн пиздит, чё за нафиг, это ж позор. Я про тоже что-то, я не понимаю, почему так болит. Сейчас все будет. Сейчас. Походу Халк, что-то не Халк. Да, Халк не подошел. Них. Я себе, у него уже 37 грибов, как это возможно? Это реально Дарин, походу. Может, спросить? Чё вы... Дарин, Дарин, это ты? Ну да. Зашибись. У меня честь удостоился. Ломай ему лицо, короче. Так неинтересно, он выворачивается, ничего так. Чё там у тебя творится тут? Как так получилось, что-то мы быстро башню разнесли. Это рано. Ну почти. Короче, я Дарина отзвонил. Сейчас. Ломаем лицо. Лисина всегда бьет сильно. Потому что он слепой. А, суки! Ломаем лид обоих. Ну, почти двоих убил. Ну, нет, хорош!
Миньоны. Миньон затащил. Дариан Лах, пиши им-то. Фу. Так, все, это успех. Воля в кулаке, мысли в разные стороны. По моей комнате гуляют черные вороны. На потолке чувства одинокие собраны. Они с грохотом падают мне на голову. Ну что, Конор, только норм вроде. Хотя что-то считал всех странно. Это однушечки повсюду почти. Я боюсь, она меня в стену впечатывает. Никак. Ну, что-то союзник его заглушили, пацана. Что-то я как-то немножко переоценил свои силы. О, Капа сейчас растащит это дело. Нихера себе, что-то там эскейп был. Ничего. Лол, игрок отставил страшно, нифига нет. Не стащили. Слушай, что-то я их очку немножко. Творится. Сейчас посмотрим. Ломайте эту дуру. Я встал, короче. Застелил, короче, нормально. Это норм. Ну, что-то меня переформируют страшно. На 30. Это Дариан дальше. Проиграем, печалька. Да чё у неё такой урон? Это страшно. Я чё-то ужас немножко.
Спасите. Ну, где хер, хер пойдешь вообще? Я бы тебе помог, но я промахнусь, походу. С моим FPS-ка это как-то не хватает. Я не пожар, но под башней сидеть на бодрый купил, все понятно. Вот так лес вообще бесполезно. Короче, пару порвать. Ух ты, ничего себе, ты что там вытворяешь, хватит мне врать. Согласен. Тимплей на уровне так. Наша радио. Меня не спасли, короче, и вынесли он здесь. У меня прет тут монда. Так быстрее заряжает. Да блядь. Подожди, я боюсь. Подожди. А, я подумал. Печалька. Да грёбаный Дарьян, иди в жопу. Задолбал. Что за нахер творить? Наших заловили страшно. Что там, варда нет? Вроде есть. Ну, хата прибегала и ее обратно отправили. Да что за нахер? Четко, ты маленько стали. Четкая анимация, но не попал. Какой долгий был промежуток между тем, как тварь поставил и пролетел. FPS дикий такой. Было бы нормально, свалили бы, короче. Ну, помогай, я тут нормально, она близко все равно не подойдет. Она боится варда теперь. Да, теперь оттуда ты мне еще искать. Сдохни, ты уже скотину задолбала. Я не побегу, я нахер надо. Чем ты очкует? Я ее урон сильно не ношу, но она скачет, ее поймать нереально вообще. Просто ломает лица. Дарит лица и разносит. Да иди ты мне. Ну что, я так не играю. Меня сейчас убьют нахер. Там Ясоу что-то свалил. Может в тебе. Я сейчас топ продам. Не продавай. Могу, мне надо было бэкнуться. Я, короче, затащу. Сейчас опять свой промув сделаю. Ну ладно. Просто ты как добежишь, там уже все сломано. Че она так быстро выносит его? Ну вот я про то же, что-то жесть какая. Куда успел, пацан? Ух ты, даже попал. Пойди, я про. Это был уровень. Чисто скилл. Осторожно, на меня выносит сейчас, тебя вообще вынесет. Меня понял. Она что-то слишком какая-то эта резвая женщина. Ну как так? Чё ты не попал? Он уже летел точно. Лёд. Ну ёп. Чё? Куда улетел, ёп? Всё норм. Однажды. Будем вдвоём, Дарья, на скотина! Сдох, умрёт! Бля, что-то я очкую! Ломаю! Ну как так? Есть! Еее! Дарья сломан! Прокинул Дарья, да? Всегда не стал вдвоём! Вдвоём кое-как справились! Смотри, он тебе пишет! Дарья, он обиделся на тебя!
Ты видишь, что он пишет? Что он пишет? В общий чат. Или он тебя отключен? По-моему, отключен. Блядь. Война, короче, тебе написала, а чё, Мунда, один на один никак? Лол? Да. Да, никак не получается. Да, я обиделся на него. Дарьян тупо один на один твоим стоял. Дарья начал расстроился. Чё-то я его, да, расстроили мы с тобой. Сегодня Гамбита поиграет, значит. Зря мы это сделали. Чё-то это мускат ослаблен. Ну, ты, короче, один на один засал. Извините, сейчас меня, короче, расшатывают опять. Отомстят. Меня Сусо пошатал. Сусо, кстати, ОП, он что-то везде. Он же только что у меня, когда он успел. Да фак. Я не могу пот выпить. Как так выглядит? Мне стыдно стоять на миде с такими FPS. Чё у тебя так висит, ты задолбал? Чё, походу сливаемся. Я пиздец, ну я пошёл нафиг отсюда. Ты всё правильно делаешь. Один на один он что-то реально разносит. Пойду я его шатаю, короче. Не получится, она шатает. Грёбаная Вейн. Я боюсь на топ тебе заходить, честно говоря. Почему? Нет, мой план! Ты что сделал? Вардом дотянулся, а Вэшка не дотянулся. Это грусть. Это ну как так? Мне кажется, надо пацанам помочь, а то что-то мы улетели. Бля, я подставил. Когда она уже убежала-то отсюда? USS Mundo. Пузо. Он бы проспал с твоего возможности. Ну, Катенька, ну что ты делаешь? Ну, ёпну. Ща, короче, растащу. Я не буду. Ты куда? Спокойнее будь. Нихера себе. Нихера себе. Че это было? Че, как-то не пошло. А что я должен был сделать? Ты СС не сказал. Так я же это вроде не ей сказал, она это сдохла позже. Просто я бежал ей помочь, но не успел, потому что был в километре. Да, это норм. Ладно, похер, играем дальше. Мы без бордов играем, но... Кстати, действительно. Запер на нас АП просто. О, куда она бежит на Вейн? Сейчас она соло закирит. Куда-нибудь куда? Ты смотри на нее, она тебя убьет. Ты просто не знаешь сильно жанр. Вот дай. Давайте втроём. Сейчас Дарин будет достаточно расстроен. Убивай её. Ну чё, вы чё делаете? Лонка, слава богу. Я попал, только я не понял как. Втроём. Он, короче, пишет, ахаха, изи. Дарин обиделся. Ой, набежается, когда я был. Сори, катаны. Чё вы все на моих волках идете? А ну пошли отсюда. Ничего не смог застилить как так. Я же сказал, идите из моего леса. Кат, иди нафиг в джангл сразу. Есть, застилил крипа, все нормально. Почему я с плохим FPS играю 4-1, а с хорошим все время пролетаю? Я, кажется, знаю, что ты должен делать. Все время так играть, короче. Чё за фигня? Я же Мунда, чё такой урон ты выделывает? Чё ты собрал? Херовым.
Чё? Тебе Sunfire надо было собирать, чё ты рандуин собрал? Я, если честно, сам не знаю. Ты куда? Ух ты, ё-моё. Я ультанул хоть по кому-нибудь? Гребаный грагас. Всё очень плохо. А начало было многообещающим. Я тут керю, а вы... Капец, у меня лучший счет. Самый плохим FPS лучший счет. Я упал. У меня такой... Ну! Свинья. Умерла. Она вообще грустная какая-то, раздражает меня. Она обидчивая. Естественно, сосок попал. Я думаю, надо убить сосок. Он мне не нравится. Я думаю, надо было брать Дариус. Шатал. Что-то где? Ну, короче, Джинс пишет рекорд каты. За что? За. Пусть сосают, короче. За что рекорд? Что это за нафиг был? Ты что сделал? Ну я тащу, короче. Рекорд. Можем слиться, короче. Они хотят просто это... проигрывать. Поэтому рекорд. О, сейчас кату опять за рекорд. Пойду завалю эту свинью. Немного ли ты о себе возомнил смерть? Я толстый. Чё? Да толстый ушёл, там толстый стоит. Чё, шатали по хрень? Все очень плохо. Это явно слив. Ладно, бывает. Фак ей. Я попал гребаным топором, наверное, уже 3 года этого не делал. Хонор тебе, короче, стался. Че там тебя шатает страшно? Что-то я не могу оставлять башню. Да хрен с ней. Слушай, что-то я вообще не тащу. Плохо какой-то. Пипец, она дамажит, ты чё? Да будто я про тоже у него дамаг, блин, с самого начала был нехеровый. Пол хп с 2 ударов, какая-то. Пипец, иди нафиг, я боюсь, там стоял. Да ещё Грагас, кстати, вроде пошёл. А, ну да. Я, короче, продаю. Продаю вышку. Торгует, зараза. Барыга, короче. Ха, всё, сейчас опять обидится. Да мы не догоним. Да не беги ты. Ты куда ты несёшься? Ты что делаешь, ёп? Ты ещё и Грагас пробору. Блин, я не утонул, короче. Ты меня ещё продал. Я куда-то понёсся, зачем ты стояришь? Я просто башню продаю, 40. Торговец. Тебя просто не спасли. О да, мы кого-то убили. Кадо тащит. Ну, офигеть, они могут убить, короче, эту. Давайте, тащите. Затащили. Чё-то Ева как-то палится. Слушай, я... До меня наконец доперло купить Sunfire. КЖ. Чё? КЖ. Ну да, это успех. Это просто самый чёткий. Чё-то Вейн пишет Мунду и про это чё такое. Зачем ты Дариана обидел? Не знаю, он что-то обижается. Собирает. Чё они собирают? Чё, как реально странно. Это все артефакты недособленные. Фак, я попал. Да блин, да ну нахер, чё мне попадать? Она отпиливает от двух ударов. Я боюсь, чё-то мне, если честно говоря. А? Мне говно прилетело какое-то. Ща. Блин, ну как так? Такую толпу и промахнулся.
Спасибо. Спасибо, братан. Буду должен, короче. Ой, чё это такое? Давай, стена просто. Заблокировал меня. Проплейк. Да чё так немного, хватит снимаю. Чё-то я так не играю. Вау! Что это такое было? Чё вообще творит? Жанну тут. Да ну нафиг, чё-то какая-то нубская игра. Да просто FPS скачет, я бы затащил. Я бы затащил, если бы я играл на своей позиции. А у нас Dreams 4.8, короче, все как бы. Ну давай, давай, ну... Так ничего, потащил. Чё ему вообще собирать нужно? Я вообще просто не знаю. Ты это видел? Чисто ваншот такая, Вейн приходит один быстрый. Вейн это спокойно ваншот, затралил. О, красава, да, ну... Лысый сейчас затащит там все дело. Красавец, лысый. Сейчас я у тебя волков застигну. Ты не сделаешь. Ну? Это мои волки. Только я их могу бить. The bitch came back. Thought she was a goner, but the bitch came back. She won't stay the fuck away. Мне похер, я не буду ходить куда хотеть. Буду видеть. Так и скажи им, короче, все. Типа, вжился в роль. Да, Джинс такая, репорт. А ты такой, я Мумбис, я буду сидеть куда хочу. Я чё-то, я боюсь, на это надо. Что-то они у меня Радбаф скинули. Жанна Радбаф. Я кинул пацанов. Я тут сусо. Чё тут по сусо урона вообще никакого? Чё за фигня со мной творится? Чё ты не тащишь? Блин, второй раз, пацаны. Извините. Да. Сусо куда-то делся. Наверное, к вам побежал. Так что можете сусо делаться. Я ещё далеко. Очень далеко. Ну, вообще писец, вовремя наел, налетели. Ну все, все, уходите на игру. Опасно слишком. Почему я-то попасть не могу ни с чем? Не, нахер. Торгую, торгую, торгую. Продали. Продали вторую башню уже. Риэлторы, короче. О, ну что это? Все застигнут. Потанцую, короче. Там сусок. Там Джинкс, печальки или нет, или наоборот. Ну, норм. Я сосою чуть-чуть. Не нахожу пацаны. Походу пацан убежал. Там у нас Жанна на двоих гонится. Не он это делает. Пацан просто на двоих несется нормально. Сила саппорта. А он еще убежал. Сейчас, короче, смотри, что вытворяем. Керим команду. Я буду. Вообще затащили. Тебе здесь не рады. Уходим быстрее. Чё это был? Ой. Уходим. Вот это мы ОП просто с тобой. Просто проплейнг устроили. Купили башню. Оо, ну да. Ну сейчас мы виноваты будем в итоге. Я просто в этом уверен.
Бля, сломали. Чё? Вот это жесть. Лысого сломали, куда бы. Да меня тоже сломают, чувствую. Не, я убежал, походу. Продал меня. Вообще-то не сосо так сильно бьёт, я не помню. Ты чё хотел? Лысой это вам не сосо. Ну так-то да. А, ну у Маши джинс 5-10, она. 5-10? Ну она нормально играет, почему так получилось? У кого вы? 5-10 реально, че за гей, говно. Рады, сука, и не найти. Жанна, ты вообще упрямый. Что-то как-то вы... Чё за дерьмо вообще? Фит какой-то страшный. Сколько у меня счёт? 9-4. Куда она врывается? Оу. Блин, с чего она так дамажит? Там всё понятно, с чего она так дамажит. Стоило того, я, короче, Грагаса на Игнайт развел. Это... Русские не сдаются. Очень испорчу эту традицию. Нет, там Дарья. Я ничего не буду сжимать. Все равно сейчас чувствуем пролетим. Погнали, ломай лица, соло пенту. Сейчас все будет. Да куда это? Ай! Что-то не получилось. Продал он чек-то. Солезно. Соболезно. Сутенер. Сдохни, стерва. Смотри, у них сосо, ник этот, селекционер. Он выбирает у нас башни. Вот так. Воу-воу-воу, ката потащил, просто страшно. Ищи женщину. Пенту. Ну. Ай-яй. Как-то не удалось. Сосо затащил. Какая-то печальная игра. Что-то да, не получилось. Дарьян доволен, короче, написал ГГ. Дарьян ломает лица. Так, а мы ему сломали вначале. Он обиделся тогда. И затащил, короче. Да ну нафиг Дарьян. Ну да. Сегодня на LCS, короче, будет войной играть. Ну да. Шатать будет. Писец, я надамажен на 9000. Саппорт, короче. У Жанна... тебя еще меньше. Жанна топе. Да, вообще что-то печальная игра. Ну нафиг так играть. По-моему, это было мое 400-е поражение. Смотрю. Ну тогда мне 400-400, это вообще четко. У меня 530-470. Нихера себе, у тебя в отрыв ушел. Слушай, да ты мастер, как ты это сделал? Я просто тащу. Я недавно из минуса только вышел. У меня плюс, короче.